он что тут делает? Водки блестявые. Привет. Возьмак, иди себе. Водки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него водки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяева, как человеки. Бывай. Пещера троллей где-то рядом. Конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа да кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти! Боты шить! Он мне нужен. Нужен тут! У тебя есть боты! У Ога нет! У Рога и Бога нет! Сделает боты, тогда пойдет! Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте Геральта, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога?
Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямый. Да пусть идет. Только пусть вернется. Хы, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Должен признать, что умеете обращаться с родом. Никогда не думал обзавестись детьми.